А скажите, пожалуйста, меня миллионер здесь ждет? Долларовый, между прочим. Или еще не пришел? Я не знаю, к сожалению. А можно как-то посмотреть по имени, по броне? Не, у нас не бронировали столик. Я не могу вспомнить, как его зовут, Саша или Боря, но мне не принципиально, в принципе, как его зовут. Не покажете? К сожалению, вообще, ну, не бронировали, и я не видела. Ладно, мне, в принципе, все равно, к какому. Можете сказать, кто здесь больше всего заказал, я там к тому и пойду. Девочка, скажите, пожалуйста, кто у вас больше всего заказал? Где больше всего заказали? Я помню, раньше тоже хостес работала, а потом... Надоело. Поняла, что работать не для меня. Хотя, знаете, я передумала, пойду, наверное, в Чайхану. Знала, что там миллионера лучше искать.